Привет, друзья! Сегодня я хочу познакомить вас со своими самыми любимыми, вкусными, полезными конфетами. Конфеты мандариновые, поэтому мандарины мы очищаем от кожуры и каждую мандаринку очищаем от кожицы. Перемалываем мандарины блендером, добавляем агар-агар, отправляем кипятиться на 1-2 минуты. Напоминаю, что количество ингредиентов я описываю под каждым рецептом. Кипяченую мандариновую смесь отправляем в морозилку до полного застывания. Через 10-15 минут получаем такой мармелад, его нужно отправить в блендер, перемолоть и добавить финики. Финики я предварительно замочила на 10 минут в кипятке. Взбиваем блендером финики и мандарины. Отдельно перемалываем в блендере миндаль и добавляем его к финикам и мандаринам. Смесь нужно хорошо перемешать, и наши конфетки почти готовы. Осталось лепить из них шарики. Отправляем шарики в морозилку минут на 10. Топим на водяной бане горький шоколад и каждый шарик обмакиваем в шоколаде. Приятного аппетита!